Выбор. Вообще эту песню она впервые исполнилась в 60-е годы в фильме, вообще-то с фильмом «Тень исчезает в полдень». Мне кажется, эта песня такой неофициальный гимн России. Я уверена, что несмотря на ваш возраст юный, ну здесь люди разных возрастов есть, но в целом, ее все равно все знают, но почему-то на слуху. «Гляжу в озера», если что, подпевайте. О, ну вот видно я. Дайте больше шума, Валерия! Спасибо! Это было невероятно, друзья! Но вам понравилось? Может быть, повторим?
Мы обязательно это сделаем. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо, что эту неделю мы закончили ярко. Давайте покажем друг другу сердечко в ответ. И пусть любовь будет в ваших сердцах. Друзья, встречаемся на следующей неделе и продолжим.